перед светофором. Когда светофор открыт, за светофором садятся. Я могла бы и там успела сесть. А там не успеваешь сесть, потому что светофор. Привет. Ой, блин. Ой, старость не радость. Ключ не взяла. Ладно, на лодке что-то нибудь ключ. Есть? Позвоните. Олечка, привет. Ты сегодня работаешь, да? Ключик взяла? Хорошо, а то я забыла. Все тогда. Давай. Угу. До свидания. Я всегда с собой. Пару раз она возвращалась домой за ключиком. Баночку этих огурчиков взяла. Не забудь выбросить, а то я принесу. Работу выбросить. Бросить не забудь. Ну, так взять на пакете. Я купила там конверты, да всякие пакеты на работу. Я все никак не перевезу, не перетаскаю. Горело, да? Зелененькое это тоже подогрев, только слабо. Ага. То есть, если красненькое. Не, она не красненькая, ну контролька желтенькая, будем ее называть. Она не желтенькая, но такая. Ну как у тебя красненькая. Ну да, это выключено. Просто ярко, когда горит. Вперед. Вперед, короче, включено, назад слабенько, а посерединке не.
страшно. Еще целый день здесь. Я же вижу. Стартует, ничего не буксует, она вся поехала и все. Замечательно просто. Просто? Не, это же срод, еду ощущаю, превосходство. Мы же когда все-таки о цене думали, цена же разная. Можно и дешевле, похожую на такую же, но более дешевые комплектации взять. У нас же до этого на Лансере много поездок на Москву было, и мы так летали порой на Снегушу. Ольга сказала, ну ее в задницу, такие полеты шмели. А сейчас в Москву как раз таки не ездим, то есть особо не было там лет, все равно до деревни. Хотя деревни вы зимой же не ездите, то что там делать? Ездим, ну как ездим. А, забирать эту еду? Да. Ну не так часто. На прошлой неделе были, да? Уже больше, наверное, когда это было, уже не помню. А, ну да, больше недели это было, в конце месяца как раз мы уехали на 31-го, там, получается, да? Суббота, да. Суббота, воскресенье, вот. Ну вот. Мы на свадьбе были. Да. Ну вот что, я там привезла, я даже огурцов не привезла. Не, ну вы, короче, туда, типа в погреб ездите за рулем, и все, так ты будешь там ничего делать. Ну, вообще, да, конечно. Слышишь? А вот ты там за все, за пристроечку говорила, это вообще какая примерно мысль у вас? Что тут с какой хочу стороны? За домом там кухню себе построить. Ну, в смысле, к задней стене его пристроить? Какую-нибудь типа дверки сделать. То есть его дверку, да, дом все расширить в ширину, а кухня будет просто на ней такой скатик такой, да? Один. То есть крышка как, я не знаю, как там, есть. Знаешь, как мазь пойдет. Ну да. Можно и замахнуться, и на второй этаж какой-то. Не, мы вот сейчас вот думаем за свой сарай. Мы его, естественно, сносить будем. Чертовой матери. Потому что в нем, ну, грубо говоря, первое, что надо в обязательном плане делать, что-то делать с печкой, то есть приводить печь в порядок, чтобы она, как говорится, пекла. Она не печет. Плясать от печки, ну. Да, а плясать от печки все сводится к маразму тогда. Хрена эта печка вообще. Хотя, вот сама система отопления, да, несмотря на свободный газ, а газ считается самым халявным источником, ну, самым дешевым в эксплуатации источником тепла. То есть все остальные виды топлива будут дороже обходиться. Может, устройство самой системы одинаково, там что газовое, что нефтяное, что еще какое. А вот эксплуатация самая дешевая газовая. Газ в месяц обходится бы дешевле всего. Но все упирается, что все эти системы, они водяные, понимаешь? Это нужно какой-то... Нужно какая-то, чтобы смотрела фир... Нет, как слив, блин, ты что будешь, слив-залив, поехала на зиму туда на день и... Нет, если постоянно поддерживать там... В том-то и хитрость, тогда вот, да. Вот. Как там постоянно даже режим просто незамерзайки поддерживать? Есть такие системы, которые, скажем, когда тебя там нет, там градусов 5 в доме держат. Система не замерзает, а ты себя вплоть до автоматического включения едешь из дома, кнопку нажал, пока доехал за час, она там весь дом прогрела. Но с газом такие системы обычно не делают. Газ все-таки считается электрические системы именно вот и поддержания, и подключения. То есть получается какая-никакая комбинированная система. Но там на электричество жрать будет по-другому. Вот смотри, у вас дом, да, деревянный, ну, у меня деревянный, у вас деревянный. Чтобы в доме было тепло, вообще вот сохранялось тепло, не было, нагреть-то можно хоть и калориферами.
Там должны быть какие-то массивные предметы. Конкретно сейчас в вашем и в нашем доме это печь. То есть печь, аккумулятор тепла. Ну, вы еще и протапливаете, а так вообще печь прогрелась и держит тепло. Потому что деревянные стены, они тепло не держат. Они его сохраняют, но не держат в себе. Понимаешь? Вращает. Да, не накапливают. Если дом из кирпича, то там, скорее всего, может быть и будет каким-то образом держать тепло. Блин. На желтый едет, скажем. Ну ладно, я тоже на желтый еду. Или это я про себя говорю, что я скотина? Все скотины. Сплошные. Все скотины сплошные. Конечно, администрация президента. Благодарю. Всея России. Надо еще руку ушибить свою. Ну, что, ладно, аккуратненько, без фанатизма. Даже не порезать, только могу, рука болит. Не открыть ничего, сейчас вот пакет. Угу. А давай банку сюда или что там, я пакет свой брошу. А то у меня пакетик есть, я же его тоже в машине, чтобы не бросал. Ну, спасибо. Все, душенька, не вопрос. Зачем так тесно залезать?
И что? Ведь войти не можем никак. Thank you.